Хорошо, что ты здесь, Туман. Я думал, вы уже работаете. Работа подождет. Разговор пойдет о том убийстве на ритуальном столе. Мы так поняли, что свой выбор в преемнике ты сделал, Туман. Возможно. А в чем, собственно, проблема? Что за сопляка ты привел к нам в дом? Однако он хорош. Убить бывшего друга, да еще и с такой холоднокровностью, это талант. Мы думали, что твой преемник – это один из нас, и ты давно определился с выбором. Мрак напомнил мне мою молодость. Времена, когда я впервые совершил свое возмездие и убил. И только из-за этого ты решил, что теперь этот сопляк может войти в нашу семью, да? Нет, он быстро учится и способен пойти на риск, а также в нем есть достойные качества. Мы тебя окружаем много лет и исполняем твою волю, Туман. И в нас, значит, этих качеств нет, а в нем есть? Советую не забывать, что ваш лидер все еще я. Но я старею. Нашей семье нужна молодая и сильная кровь. Но это не может быть этот сопляк. Может. Я все сказал. Отправляйтесь работать. Он еще и смеет приходить сюда. Я сказал, идите и работайте. К вечеру жду информацию. Что это с ними? Они привыкнут. Проходи. Мы могли бы поговорить? Тогда нам стоит прогуляться. Так все же, что это все значит? Наш мир устроен очень непросто. И кто-то здесь, на земле, представляет имя Господа, а кто-то имя дьявола. К чему ты это все говоришь? Уже очень много лет я и моя семья служим темной стороне. С одной стороны, мы делаем благо, избавляя общество от грешников, отправляя их в ад. Но с другой стороны, мы преступники и убийцы. Но как вам удается избегать полиции и ареста? Свою работу мы всегда делаем чисто и не оставляем следов. Копам не за что зацепиться. Ого, чтобы такое проворачивать, нужны годы опыта. Так и есть. Но рано или поздно приходит смена лидера, Мрак. Я стар. Но ты не выглядишь старым. Внешнюю молодость поддерживает тайный обряд. Но это ненадолго, всего на несколько месяцев. Потом время берет свое.